Как известно, Тула славится своим оружием, пряниками и самоварами. Не будет преувеличением сказать, что среди замечательных тульских брендов есть и профессиональный футбольный клуб «Арсенал», дебютировавший в этом сезоне в элите российского футбола. Как и у всех команд премьер-лиги, у канониров есть молодежный состав, в котором играют футболисты не старше 94 года рождения. В молодежке «Арсенала» хватает тульских воспитанников, которые привносят свой вклад в общий успех команды. Одним из наиболее ярких молодых тульских футболистов является Роман Изотов. 91-й номер красно-желтых играет на острие атаки «Арсенала». Для игры в нападении у парня есть все необходимые качества – цепкость, скорость и умение правильно выбрать позицию. Как и многие тульские воспитанники, Роман начинал карьеру футболиста с детско-юношеской спортивной школы «Арсенал», куда привели его родители. Начиная с садика, он был очень шустрый. И чем-то его занять? Первого класса прям, считаем, почти на второй день пошли на стадион. Футбол у Романа отнимал большую часть времени, и на учебу сил почти не оставалось. В какой-то момент перед Изотовым встал выбор – или продолжить играть в футбол, или остаться на второй год из-за принципиальной учительницы физики. Подготовились, сделали, чтобы он консультировался по физике, чтобы прошла физика. Но главное, чтобы он занимался футболом. Потому что в течение вот этих долгих лет тренировки мы поняли, что это его. В своей же манере выходить из-под прессинга соперника форвард смог справиться с проблемами в учебе и в то же время прогрессировать на тренировках. Играя в составе «Арсенала-2» в областных турнирах, Роман заставлял голкиперов соперников по несколько раз за матч доставать мячи из сетки ворот. И вот когда «Арсенал» вышел в премьер-лигу, воспитанник тульской детской юношеской спортивной школы попал в молодежный состав, который тренирует известный в прошлом футболист Виктор Булатов. Видно, как на глазах прибавлял. Значит, человек хочет, значит, горит желание, значит, впитывает, значит, все проводит через свою голову. Будучи на старте сезона не являясь игроком основного состава, он по ходу сезона отвоевал себе место в составе. И всю осень он у нас был основным нападающим и забивал, и приносил большую пользу команде. Останавливаться на достигнутом 18-летний нападающий не собирается. Какой молодой футболист из города самоваров и пряников не мечтает выйти на поле центрального стадиона в форме выступающих в премьер-лиге канониров? У Романа Изотова для этого есть все возможности.